Герои. По-другому нельзя назвать этих подростков. 23 августа ребята стали свидетелями ужасного преступления – убийства. Однако ребята не испугались, вызвали полицию и помогли сотрудникам правоохранительных органов задержать преступника. Сегодня МВД благодарит их за эту храбрость. Я вернусь просто-напросто к тем событиям дня. Значит, это было примерно в конце августа текущего года. Наши ребята шли, значит, по одной из улиц Октябрьского района, где увидели, как, значит, преступник избивает мужчину, который уже фактически не мог сопротивляться. Увидев данную ситуацию, они, значит, побежали, значит, в сторону этого преступника. Увидев мужчину, что бежит группа молодых ребят, значит, испугался, стал скрываться. Мы сразу же вызвали скорую. Ждали мы скорую и проследовали за этим преступником, куда он пошел. И я увидел с Антоном машину ППС. Сразу же мы их остановили и попросили у них помощи. Скажи, пожалуйста, сколько у вас еще было? У нас было 6 человек. Не страшно было? Нет, человеку надо было помочь. За проявленную гражданскую сознательность, отвагу и бдительность при задержании преступников объявляется благодарность начальнику управления МВД России по городу Улан-Удэ, вручается памятный подарок с логотипом управления МВД России по городу Улан-Удэ и книга Германа Языкова «Записки старого лодыря». Колесникову Максиму, студенту Лондонского колледжа железнодорожного транспорта. Это